Что тебе нужно? Твоя помощь. Мне не нужна эта шумиха. Вас ищет вся полиция города. Потому что у нас есть шанс их разоблачить. Мы достали ноутбук с уликами, которые прячут Мёрсера за решетку. Вот только он защищен паролем. Это все? Секунду. Я отправила тебе программу. Положи телефон рядом с ноутом, разблокируют через пару минут. Ого! Спасибо. Надеюсь, все получится. Накрыв этих копов, ты окажешь услугу нам всем. А теперь вали. Есть новости? Сейчас пришлю программу для взлома ноутбука. Положи телефон рядом с ноутом, и Прога все сделает сама. Я получила. Выдвигаюсь к тебе. Скоро буду. Включаю динамик. Так, что-то происходит. Кажется, сработало. Да, есть доступ. Экран ввода пароля исчез, и теперь я вижу кучу папок. Есть! Ты гений! Не совсем. Но я знаю гения. Осталось нарыть нужные файлы и передать компрессии в качестве улики. Вот шумихи будет на телеке. Погоди, что это? Работает программа слежения за устройствами. Это что-то твое? Не знаю. Нет, вряд ли. Всем постам, 3:15. Известно местоположение подозреваемых, напавших на лейтенанта Мёрсера. Немедленно отправляйтесь на север Клаудбэнка. Ты слышишь? Они отследили ноут. Надо валить! Брось его здесь! Нет, меняем план. Поедем прямо с ноутом и будем тянуть время, пока не отправим файлы прессе. Встретимся у торгового центра. Всем постам. Подозреваемый красный Порше. Направляется на юг из Клаудбэнка в Эджвуд Вэлли. Диспетчер, принято. Начинаю погоню. Так точно, диспетчер. Присоединяюсь. Джексон Уоррен, это вы? Мне казалось, спецгруппа днем не работает. Ради этих тварей возьму сверхурочную смену. Да, они нас засекли. Не тряси так. Ищи в папке документы. Я не силен в компах, ясно? Они нас убить хотят! Думала, дружки Мёрсера будут играть честно? Где ты? Близко! У нас тут повсюду копы! Найди нас у торгового центра и помоги! Приготовься! Так, я печатать пытаюсь! Делай, что хочешь, но не дай этим копам столкнуть нас с дороги! Принято! Лукас, как прогресс? Я нашел имейлы журналистов. Теперь осталось найти файлы, компрометирующие Мёрсера. Поторопись! Кажется, мы их разозлили! У-ху! Тут джекпот! Конфискации, тачки, даты, номера, айдишники, штрафы и везде имя Мёрсера! Отправляй! Перетащу всю папку! Не на того замахиваешься! Эту тачку создали на века! Пару ударов выдержит! Молчи, Лукас! Загружается! На дорогу смотри! 2:20. Четвертая передача накрылась! Без паники! Пару километров она еще протянет! Не на того заманиваешься! Лукас? Почти все! Положите местоположение. Теперь движется на север, через Форт Каллахам. Нам тут не сладко! 2:20. Сколько можно прикреплять вложение? Да тут сигнал плохой! Мы в норме, им придется постараться получше. Остался 1%! Теперь движется на север, приближается к Роквилу. Вас поняли. Лукас! Все еще 1%! Нисан, остановитесь немедленно! Не на того замахиваешься!
на север. Приближается к каменному карьеру Кракен. Главная новость сегодня. Позор мундира. Старший офицер полиции подался в бега. Лейтенант Фрэнк Мёрсер, глава нашумевшей скоростной спецгруппы, исчез после отстранения от обязанностей в связи с обвинениями в коррупции. Это произошло после того, как в нашу программу новостей поступили компрометирующие документы. Полиция отказывается комментировать обвинения. Но, по мнению журналистов, дело касается вымогательства и грабежа в крупном размере во время уличных гонок, с которыми Мёрсер должен был бороться. В заявлении департамент утверждает: лейтенанту Мёрсеру известно об отстранении. Мы призываем его прийти с повинной и помочь в расследовании. К другим новостям. Похоже, Мёрсер все еще в бегах. Давай там поаккуратнее, ладно? Он может быть где угодно. Накрыли Мёрсера. Или хотя бы тачки. Подъезжай, я все расскажу. Привет, это Декс. Я знаю, у тебя сейчас полно других забот, но если хочешь сменить обстановку, я тут проверяю кое-какие трассы для шоу «Даун» следующего года. Найди меня в центре, и я все расскажу. Надеюсь, приедешь. Нужно было отделаться от копов. Ты в норме? Копов нет. За дело. Есть инфа о тех грузовиках. Один из них видели на пути к докам. Мёрсер собирается вывести тачки из города. Что ж, какой план? В полицию идти нельзя. Там повсюду люди Мёрсера. Остались же в городе еще честные копы. После всего, что произошло, уверены, их здесь крайне мало. Нам этого хватит. Нужно лишь понять, как отличить их от плохих. Есть простой способ. Соберем всех. Серьезно? Ты же хочешь стать легендой? Ну ты даешь. Заметано. Я разошлю сообщение. Командам лиги, всем нашим. Пусть поднимут как можно больше шума и заманят в Порт Мёрфи целую уйму копов. Ну а мы что? Поедем в Иденшорс. Тут дерьма навалилось, надо разгрести. Думаю, мне пора вернуться за руль. Я к тебе в машину не сяду. Взаимно. Да ты же уже все позабыл. Слыхала про мышечную память? А если у мускулов деменция? Эй, она может сесть ко мне. Да. Наконец-то хоть что-то хорошее. Дальше поворот направо.
справа есть полицейский участок. Раз хотим привлечь внимание, пора начинать. И так, чтобы нас точно заметили. Вперед, устроим тут хаос. Группа приоритетных целей замечена на Иден Шорс. Прошу подтвердить. Нужно подтверждение, а вы сами послушайте. Черт. Принято. Высылаю патрули. Эй, вы это слышите? Они уже идут. Ну, Ривьера, может и правда будет круто. Эти уроды гоняются возле участка. Подъезжаем. Давайте отрежем им путь. Так, они клюнули. Осталось заманить их на точку. А если копы поцарапают мне тачку, я подам в суд. Уходит в южном направлении. Едем за ними. Уже давно откинулся. И в тюрьму не вернусь. Мне очень-очень жаль, правда? Я тебя прощаю. Пока что. Хорошо, что я поехала с тобой. Уговоришь подружку в погонах снять заграждение? Думаю, она еще сердится. Я же не согласилась отдать ей ноутбук. Но мы же его потом вернули. Здесь нисколько не легче, это точно. Подъезжаем к пусковой площадке. Всегда мечтал прокатиться там с ветерком. Походу, я совсем тебя не знаю. Отслеживаю подозреваемых у космодрома. Нужно поймать этих тварей. Кто хочет фотку на фоне ракеты? Ха! А ты ничего, Ривьера. Молись, чтобы эта штука не взлетела. У-ху! Черт! Направляю дополнительные патрули. Раскатайте эту шпану. Повеселились и хватит. Уходим. О, вы хотите снова погонять? Они покидают зону пуска, двигаются на запад. Не стоило сюда соваться, задница осталась бы цела. Возобновляем погоню за недавним нарушителем. На этот раз постараемся как следует. Анна, если придет подкрепление, мы не справимся. Почти на месте! Это 7-10, готовы рубить с дороги. Сейчас будем давить. Броневик въехал прямо в субъекта. Обогнать. Готов, седьмерку, ручник. Эй, диспетчер, есть желающие присоединиться к погоне? Думаю, копов уже достаточно. Пора отвезти их к машинам. Диспетчер, наблюдаем. Диспетчер, мы потеряли гонщиков удоков, но нашли кое-что еще. Отставить погоню, у нас тут дело поважнее. Все патрули на мою позицию. Ясно. Диспетчер, низкая видимость. Придется выполнить посадку. Выходим из посадки. Переключаюсь на безопасный канал. Они знают о поставке. Эти уроды сами привели нас сюда. Дерьмо. Отменим дело? Приближаемся к тому месту, где видели грузовики. Теперь будьте начеку. Получилось!
Во что мы тут вляпались? Ничего хорошего. Мы узнали, что кто-то из спецгруппы пытается уплыть. Говорит лейтенант Мёрсер, все еще в доках. Где? На этом копы его точно не поймают. Они нет, а мы да. Жми! Мог бы и догадаться, что за этим стоите вы. Мы не могли отпустить вас, не попрощавшись. Предупреждаю, завязывайте. Это вряд ли, лейтенант. Теперь у нас есть машины, а у вас проблемы. Думаете, остановите его? Офицер Торрес, план такой. Есть возражения? Тогда послушайте меня. Это опасный человек. Если прижмете его, не связывайтесь. Оставьте его мне. Больше вмятин на его машине! Даже не начинай. Мы не перестанем его преследовать. Знаю, но береги себя. Мы его покосали. Не сбавляй темп. Его тачка уже стучит. Вам это аукнется! Какие новости по вертолету? У него одно колесо еле держится! Электроники. Знаешь, говорят, что было с Фрэнком. Добавляю список. Вовремя. Мне нужно выбираться отсюда. Ты? Торрес? Ева? Если меня возьмут, все кончится плохо. Для нас обоих. Я знаю. Сегодня полиция завершила поиски бывшего главы скоростной спецгруппы Фрэнка Мёрсера. Согласно заявлению, его тело так и не было найдено. Но в полиции считают, что бывший офицер мертв.
Более недели назад дискредитированный лейтенант полиции попытался скрыться от правосудия с автопарком дорогих ворованных автомобилей. Ему это почти удалось, но в дело вмешался выдающийся уличный гонщик, имя которого пока неизвестно, который помог спасти автомобили. Дальнейшее расследование показало, что под видом конфискации их отнимали у законных владельцев в течение многих месяцев. На волне скандала спецгруппа обратилась к встревоженной общественности. Недавно вступившая на этот пост глава спецгруппы выступила сегодня с заявлением. Спасибо. Слишком долго Фрэнк Мёрсер использовал этот отдел в своих интересах. Но этому конец. Пришло время бросить ресурсы на нашу главную цель — на борьбу с гонками. Если Фрэнк Мёрсер позволял преступной деятельности процветать, то я положу ей конец. Это ты мне дашь? Достойная тачка. Исключено. При судьбе твоих прошлых машин, скажи спасибо. Идеально подходит для начинающих. Лукас, я в лиге. Если появлюсь на этом, меня засмеют и прогонят. Может, ты и крутая. Но для меня ты всегда будешь мелкой, мировой. Ну, пока. Транкила, нет. Да ладно. Правда? Ты в лиге? Вот появишься на этом и... А, ребра! Прости! Эй, тачки, что вы забрали у Мёрсера, сделали вам двоим имя. Но вам все равно не помешает помощь. То есть ты хочешь в команду? Думаю, вернуться на трассу. Вспомнить парочку трюков. Класс! Хочешь прокатиться? Погнали! Эй, вы... Присматривайте друг за другом. Люди со всего штата хотят с вами погонять. Но многие хотят вас остановить. Больше, чем когда-либо. И если натворите дел... Не попадемся. Лига поблагодарила тебя. Скорее бы увидеть крутого гонщика за рулем этой классики.